Друзья, ну что же, вот и все. Вот и прошли эти два дня. И за эти два дня было довольно-таки много. Были базы данных, нагрузки, профилирование, ресурсы, оптимизации, да и вообще много всего. Но то, как это было, наверное, с другой стороны конференции, которую не всем, наверное, видно, расскажут два замечательных человека. Это организаторы конференции. Давайте пригласим их сюда на сцену и дадим слово. Всем привет. Организаторов мы позовем чуть попозже, а сейчас привет. Вышел программный комитет. Вспомни, меня зовут Анатолий. Тебя. Меня Антон. Мы с вами виделись совсем недавно, вчера утром. Да. И сейчас будет несколько важных моментов, вот, первый из которых озвучит Толя. Давай. Скажите, Толя, для начала, вам вообще понравилось? Как? Вот это понравилось, вот это нормально. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо за то, что посетили нашу конференцию, и давайте немножко подведем итогов. Прежде всего, тот фидбэк, который вы нам сейчас выдали, вы нам выдавали в течение этих двух дней, он очень важен для нас. Но, к сожалению, мы не смогли всех опросить. Мы пытались, мы ходили по каждому, спрашивали. Скорее всего, до вас не дошли, потому что нас было мало. Но чтобы мы дотянулись до каждого, у нас есть специальная форма обратной связи. Поэтому, друзья, пожалуйста, не игнорируйте ее. Благодаря этой форме обратной связи и конференция становится каждый год лучше, лучше и лучше. Если что-то вам не понравилось, если что-то понравилось, все пишите туда. Стулья помягче, еда повкуснее, спикеры погромче, вот все туда. Мы обязательно каждый отзыв прочитаем, каждый отзыв обсудим и сделаем выводы, как сделать в следующий раз, в следующем сезоне .next еще лучше, еще круче и еще запоминающийся. Да, .next традиционно Data-driven конференция. Мы обязательно разбираем всю обратную связь. И заполнение формы обратной связи — это лучший способ сделать следующую конференцию гораздо интереснее и коррелевантнее именно для вас. Пожалуйста, заполняйте форму обратной связи. Это действительно важно. Так, а еще у нас были спикеры. Они замечательные, они очень много работали. Они сделали обалденные презентации, которыми вы наслаждались. Давайте, спикеры, на сцену. Выходите. Просим всех спикеров сюда. Давай пока соберемся. Друзья, если вы сами хотите оказаться на этой сцене, в этих залах, сами попробовать себя в роли спикеров, то у вас есть такая возможность. Заполняйте Call for Papers, он всегда открыт на сайте .next. Это возможность податься к нам на доклад. Если вы не знаете, о чем говорить, не знаете, как говорить, как выступать, ни разу не держали кликер в руках, мы все это расскажем, покажем, поможем, отрепетируем. В общем, вы выйдете полностью подготовленным вот таким вот красавцем. Да. Да, полностью прекрасно. Обязательно подавайтесь Call for Papers, он открыт всегда. Даже если вам кажется, что подаваться не надо, подаваться надо, идите подавайтесь. Вот. Еще у нас есть наши прекрасные партнеры. Огромное вам спасибо PES Studio и Positive Technologies. Мы видели, как вы собирались около стендов партнеров. Мы сами там были, мы сами смотрели, что подготовили партнеры. Это была просто бомба. Ребят, огромное вам спасибо. И сами забирали став, поэтому отдельное спасибо за подарки. Да. Дальше у нас еще нам помогали шикарные ведущие, половину из которых вы, наверное, видели, а вторую половину представляете, что они где-то были. В общем, ведущим отдельное тоже большое спасибо. Они держали зал, они держали людей. Да. Спасибо огромное, ведущие. Вот. И любая конференция .next невозможна без двух таких акторов основных. Первый — это программный комитет. Программный комитет, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Без ПК .next не бывает. Вот. ПК меняется, но при этом эти люди делают для вас конференции. Давайте, давайте. Леша, подходи, Моника, Вадим, давайте, поднимайтесь. Потому что мы отдуваться за всех не будем, поэтому давайте все сюда. Да. Да. Ну и ведущий, упомянутый на предыдущем слайде, из тех, кто здесь, кто еще все-таки... Да, ведущий тоже здесь, поднимитесь. Да, присоединяйтесь, потому что некоторые до сих пор не могут покинуть свой пост. Да. Присоединяйтесь к нам. Да. Ну и Джугру. Ребят, Джугру, эфирная команда, маркетинг Джугру. Огромное вам спасибо. Спасибо, что делаете .next возможным. Каждый год, каждые полгода даете возможность нашим спикерам выйти на эту сцену, рассказать кучу интересного контента, подготовиться, организовывать на высочайшем уровне эту конференцию.
Особенно оценят тех, кто у нас в онлайне сейчас смотрит. Да. Качество картинки, качество записи, освещение, да. Всего. Спасибо вам большое, да. Эфирная команда. Эфирная команда, маркетинг, Джук, спасибо большое, что даете нам эту возможность. Друзья, ну и самое главное, несмотря на то, что на сцене стоим мы, самое главное — это вы. Вот без вас бы точно 100% ничего не было. Спасибо, что пришли. Да, спасибо большое. Еще увидимся. Мы очень рады вас были видеть на конференции. Ну что ж, конференция .next объявляется закрытой и ждем вас в следующем сезоне. Спасибо. Ура!